Недавно я прочла кое-что, что меня очень впечатлило. Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как птицы летят клином? Вот так, почти с армейской точностью. Спрашивали себя, почему? Вы знаете, почему? Я не знала, пока не прочла об этом. Конечно, я понимала, что они повинуются некоему закону природы, который я не знаю. А недавно национальный лидер Луэла Гантердала дала мне ответ. Она опубликовала в своей замечательной газете историю, в которой говорится как раз об этом. Там было сказано, что когда каждая из птиц делает взмах крыльями, воздушный поток помогает следующей птице, и поэтому, летя клином, вся стая летит на 71% быстрее и легче, чем если бы каждая птица летела сама по себе. Теперь давайте подумаем, что эта история имеет общего с бизнес-группами и лидерами, которые ведут их к успеху. Люди, которые движутся в одном направлении и чувствуют общность, могут попасть туда, куда они стремятся, быстрее и легче, потому что в пути они поддерживают друг друга. Они смотрят на других членов команды и делают в точности то же, что и перелетные птицы. Они следуют друг за другом. Они чувствуют большой подъем. Когда посещают бизнес-собрания, они впитывают все то, что вы говорите им, и поэтому они становятся на 71% сильнее, чем могли стать, действуя поодиночке. Когда птица выпадает из клина, она тут же чувствует, насколько труднее ей стало лететь, и стремится обратно в воздушный поток, летящий впереди птицы. Вот чему учит нас эта история. И если мы понимаем в жизни не меньше, чем птицы, то мы будем оставаться в той группе, в которой люди стремятся туда же, куда и мы, и посещать общие собрания. Расскажите об этом своей бизнес-группе. В этой же истории о птицах сказано, что когда птица-лидер устает вести, то другая птица занимает ее место. Какой урок мы можем извлечь из этого? Что трудными задачами нужно делиться. Мы все иногда чувствуем себя вымотанными в понедельник утром или в понедельник вечером после собрания бизнес-группы. И лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации, это позволить другой птице из вашей стаи, уж простите, временно занять ваше место. Пусть она произнесет воодушевляющую речь. Пусть она в этот день призовет других лететь в одной стае. Итак, выполняя важные задачи и деля лидерство с другими членами бизнес-группы, вы поможете им лететь слаженно в одной линии. И вскоре получите кандидатов или новых лидеров бизнес-группы, если вы иногда будете позволять им лидировать. И еще. Перелетные птицы не летят молча, они кричат. Те птицы, что летят позади, подбадривают тех, кто оказался впереди, помогают им сохранять скорость. Вы знали это? Я, например, нет. Из этого мы с вами можем извлечь урок. Важно помнить, что наши слова должны воодушевлять и помогать тем, кто летит впереди нас.